В Шабановском сельском поселении состоялся сход граждан. На встрече присутствовали руководитель муниципалитета Адам Джерим, глава Шабановского сельского поселения Юрий Баранов, депутаты районного и поселенческого совета, представители всех служб и ведомств, а также актив поселения. В начале схода Юрий Баранов выступил с докладом о проделанной работе за 9 месяцев текущего года. За указанный период поселения пройдена отсыпка и дорог, прокладка азбитоцементных труб, ремонт уличного освещения. После этого жители смогли задать свои вопросы специалистам. Они касались проблемы берега укрепления, нехватки пожарных водоемов, санитарного состояния в населенных пунктах, качества мобильной связи. Одна из актуальнейших проблем в селе Шабановском – необходимость ремонта пешеходного моста через реку Шепш. Все вопросы, озвученные на сходе, взяты на контроль для их дальнейшего решения.